В эфире информационная программа «День города» в студии Алена Кукулева. Здравствуйте. Вот некоторые темы этого выпуска. В России готовится отметить День строителя. Как сотрудники ГИБДД готовятся к 1 сентября? И сегодня ночью в средней полосе России ожидается редкое событие – так называемые метеорные потоки Персеид. В России готовится отметить День строителя. Несмотря на непростую экономическую ситуацию, в регионе строительство идет достаточно активно. В прошлом году возведено 15 объектов социальной сферы. Это и центр большого тенниса, спортивные комплексы в Ряжске и Кадыме и детские сады. Представители отрасли чествовали в Рязани. В фойе музыкального театра компании представили макеты жилых комплексов. Задача ввести в этом году в эксплуатацию почти 700 тысяч квадратных метров жилья будет выполнена. Об этом свидетельствуют итоги первого полугодия. По темпам роста строительства Рязанская область занимает 5-е место в Центральном федеральном округе. Перед началом торжества состоялось открытие доски почета строителей Рязанской области. Наградили инженеров, монтажников, крановщиков, плотников, прорабов. Всего 4 коллектива и 36 лучших работников достойно представляют отрасль в регионе. Так, держать. Что собой представляет отрасль сегодня, наглядно показала выставка достижений в строительстве и промышленности строительных материалов, организованная в фойе музыкального театра. Благодаря усилиям строителей в регионе возводятся важнейшие объекты социальной инфраструктуры. Мы, несмотря на сложности в экономике, мы ни на один день не остановили создание этой инфраструктуры. Это и больницы, это и детские сады, это и школы, это спортивные сооружения. В области ведется строительство 12 объектов социально-культурного назначения. Среди них центр единоборств в Рязани, физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном в Спаске, лечебный корпус в больнице Семашко, школа в Ряжске и многие другие жизненно важные объекты. То, каким будет город, зависит от этих людей. И не зря говорят, что строительство – это локомотив экономики. Любое строительство начинается с фундамента. В регионе работает немало предприятий, которые обеспечивают отрасль строительными материалами, в том числе железобетонными блоками. Это невзрачные, на первый взгляд, конструкции являются основой всего – дорог, зданий, мостов. На одном из производств, которые делают жизнь прочнее, сегодня побывала Анна Герцовская. Железобетонные блоки можно изготовить разными способами. Эта технология отработана не одним десятком лет. В формовочный цех бетон приходит уже в готовом виде из бетоносмесительного цеха, где он был создан. Смесь заливается в формы, аппаратура и работники предприятия трамбуют бетон, после чего он отправляется в пропарочные камеры. В течение суток изделие должно обрабатываться, чтобы затем попасть на склад готовой продукции, которая проходит обязательную проверку качества. Обязательно проверяется вся продукция, и готовый бетон, и товарный бетон, и сборный железобетон. Мы проверяем вплоть до того, какой приходит металл с завода. То есть у нас есть разрывные машины, где мы испытываем прочность материала. Есть пресса, где мы испытываем уже прочность бетонной продукции, то, что делаем мы. То есть это достаточно серьезные машины, до 50 тонн нагрузки давят. Поэтому, в принципе, как бы свою продукцию мы как бы спокойны. Проверку на прочность проходят и изделия из металла. Они поступают на завод. Вот в виде заготовок. В ремонтно-механическом цехе происходит сварка конструкций. Здесь изготавливается все от форм для создания железобетонных конструкций до закладных изделий. Подобное предприятие с таким способом производства железобетонных конструкций в среднем в день может изготавливать 10-12 изделий плит или 20-30 блоков в смену. А вот при помощи другого оборудования производительность увеличивается в 5 раз. Эта машина привезена из Италии, стоит больше 10 миллионов рублей, не имеет аналогов в регионе. Самоходная машина делает плиты, словно куличики, затем кладет их на пол. После этого готовая продукция сразу пригодна для применения, не требует дополнительной обработки. В день одна такая машина может произвести до 60 плит. Для этого оборудования мы специально изготовили, построили новый цех, купили несколько единиц техники, погрузчики. И сейчас как бы имеем возможность изготавливать не только для государственного строительства, также частные подряды у нас есть, и, ну, различные другие варианты. Новые технологии позволяют выполнять больше работы с минимальными трудозатратами. Предприятие постоянно принимает активное участие в стройках нашего города. Этим летом производили стеновые панели на строительство нового корпуса больницы Семашко. В 2014 году принимали активное участие в строительстве гидроузла в Кузьминском. В этом году
Будем поставлять железобетон на строительство плотины в Белоомуте. Белоомут – поселок в Луховицах. Для реконструкции плотины там потребуется 2100 бетонных плит. Если сложить воедино оба способа производства бетона, получится, что в день завод может выпустить до 70 железобетонных плит. Тогда заказ для Луховиц будет реализован примерно за 2 месяца. Таких машин по всей стране всего не больше 5 штук. Без нее предприятие выполняло бы заказ почти год. Конечно, в мире есть еще более продвинутые технологии, полностью автоматические, но для нашего города такой объем работы подобного рода заказы уже являются показателем успешно развивающегося строительного сегмента. Ночной пожар в Рязанском районе унес жизнь семьи – женщины и ее 2 детей. Поздно вечером сообщение о возгорании поступило на пульт дежурной части регионального МЧС. Подробности в сюжете. Сообщение о пожаре поступило в 23:50. Горел одноэтажный кирпичный дом с шиферной крышей. Был объявлен повышенный ранг пожара номер 2. Значит, на месте пожара работали 8 автоцистерн, 1 автолестница, 22 человека личного состава и 8 человек начальствующего состава. Всего от территориальной системы на месте пожара было 52 человека и 19 единиц техники. В 0 часов 33 минуты пожар был локализован и в 2 часа 19 минут ликвидирован. В результате пожара в многоквартирном доме в поселке Мурмино Рязанского района погибло 3 человека – женщина и 2 ее детей. Еще один мужчина пострадал. По предварительной версии, произошло короткое замыкание. Обнаружены тела 3 погибших – 28-летней женщины и 2 ее малолетних детей, сына 2009 года рождения и дочери 2015 года рождения. В настоящее время по данному факту Рязанским межрайонным следственным отделом Следственного управления Следственного комитета России по Рязанской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 109 Уголовного кодекса Российской Федерации. Это причинение смерти по неосторожности 2 или более лицам. Сейчас осмотр места происшествия окончен, устанавливаются очевидцы и свидетели трагедии. Проводятся другие следственные действия, направленные на выяснение всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается. Лето пролетело, подходит к окончанию и школьные каникулы. Отдохнувшие дети возвращаются домой. Подготовка к новому учебному году идет полным ходом. Работа кипит и у сотрудников ГИБДД. Инспекторы заблаговременно проводят акции, нацеленные на безопасность детей, как участников дорожного движения. Световозвращающий материал был изобретен в 1939 году. Изначально технология применялась для обозначения контура грузового автомобиля, но достаточно быстро стала использоваться в одежде. Для того, чтобы отреагировать на пешехода, появившегося в свете отраженных фар, требуется не менее 2 секунд. Проблема в том, что в темное время суток пешеходы не видны, особенно если на них темная одежда. Исследования, проведенные сотрудниками ГИБДД России и их зарубежными коллегами, показали, что при применении светоотражающих элементов на одежде количество ДТП в темное время суток уменьшается в 6,5 раз. Это происходит из-за того, что водитель успевает раньше увидеть пешехода. Фликеры заметны с большого расстояния, и предпринять необходимые меры водитель может успеть. При включенном ближнем свете пешеход, одежда которого имеет светоотражающий элемент, заметен с расстояния 150 метров, при дальнем свете от 300 метров. Для того, чтобы избежать трагедии, этого расстояния вполне достаточно. В условиях недостаточной видимости темного времени суток рекомендуется пешеходам в населенных пунктах иметь светоотражающие элементы. Вне населенных пунктов в обязательном порядке изменения в законодательстве ПДД обязывают пешеходов носить и применять светоотражающие элементы. Обязательно они должны быть видны и значимы для водителей, которые перемещаются на транспортном средстве. Инспекторы ГИБДД рекомендуют использовать фликеры даже на летней одежде, особо подчеркивая ее необходимость для детей. Подобная одежда доступна в российских магазинах. Многие производители предлагают купить детские футболки. Отличный принт, модный фасон. И фликер станет не только элементом безопасности на дороге, но и яркой деталью гардероба. Стоят такие фликеры около 100 рублей. Но сегодня инспекторы раздают их бесплатно. Главная значимая цель, чтобы все-таки граждане, особенно юные участники дорожного движения, понимали, что вот эти элементы, светоотражающие элементы, в темное время суток, они для них обязательны, они для них важны, они для них значимы и незаменимы. Напомним, с 1 июля прошлого года в России вступил в действие закон, согласно которому пешеходы при переходе дороги или движению по обочине должны использовать
использовать светоотражающие элементы или фликеры в одежде. Особенно это касается детей, для которых фликеры выпускаются в форме наклеек, значков или декоративных элементов сумок. Непостоянная погода центрального региона России снова дала о себе знать. Во многих городах области накануне вечером прошли грозы, дожди и град. Что ждать от природы в предстоящие выходные, знает Наталья Новикова. Антициклон, стараниями которого установилась жаркая погода, уходит на восток. На смену ему уже сегодня приходит атлантический циклон. Сегодня днем, несмотря на кратковременные дожди, воздух еще успел прогреться. А уже с вечером ситуация начнет меняться кардинально. Наш регион с ливнями и грозами пересечет холодный атмосферный фронт. И к нам устремится холодный воздух. В субботу при облачной погоде пройдут дожди, местами сильные, с грозами. Под утро минимальная температура опустится до 11-13 градусов. Днем ожидаются всего 17-19 градусов тепла. Среднесуточная температура окажется на пару градусов ниже нормы. В воскресенье ситуация изменится не сильно. По-прежнему будет пасмурно, дождливо и днем не теплее 20 градусов. Прохладная погода останется и в начале следующей недели. И хотя теплые деньки в августе еще возможны, ночи становятся все длиннее и холоднее. Да и днем на летний зной рассчитывать уже не приходится. Так что готовьте зонты, одежду потеплее и хорошую компанию, чтобы даже ненастная погода не омрачила предстоящие выходные. К сожалению, облачная погода может помешать рязанцам полюбоваться самым ярким явлением этого лета. Сегодня ночью в средней полосе России ожидается редкое событие – так называемые метеорные потоки Персеид, которые можно созерцать невооруженным глазом. Наша съемочная группа успела до наступления облачного фронта прикоснуться к космическим тайнам. Романтическая традиция загадывать желание, увидев в небе вспышку метеора, наиболее проверяема в начале августа, когда небо озаряют целые ливни падающих звезд. По словам астрономов, метеорные потоки – это одно из немногих космических явлений, которые лучше наблюдать именно невооруженным глазом, так как у телескопов слишком узкий визуальный охват. Чтобы созерцать прекрасное космическое зрелище, наша съемочная группа отправилась в одну из, пожалуй, самых захватывающих поездок. Мы решили присоединиться к рязанскому фотоклубу «У Истока», чей очередной выезд как раз был посвящен съемке ночного неба. Вместе с группой людей, объединенных общей идеей, мы отправились за 100 километров от города, прочь от загрязненного иллюминации неба в глухой лес к озеру. Как сказал Макс Фрей, в моей жизни должно что-то происходить. Необъяснимое, непонятное. А еще есть такая пословица, это даже не пословица, это я где-то кого-то прочитала. Написано, что в твоей жизни должны появляться такие люди, которые заставляют тебя видеть звезды и небо. Вот Буцкий тот человек, с которым я снимаю небо, звезды. И это прикольно. Фотоклуб «У Истока» появился в 2013 году, когда Олег Буцкий понял, что волшебные моменты и волшебные места востребованы. Он взял на себя функцию по поиску таких мест в пределах родного края. Олег колесит по области, выбирает удивительные пейзажи, прокладывает маршруты, щепетильно отслеживает погодные условия на профессиональных метеосайтах, чтобы не упустить самые красивые моменты и отвести своих единомышленников на съемки. В каждом, кто с нами ездит, кто вот в данный момент здесь находится, это, наверное, капелька какой-то, вот, я не знаю, какой-то безбашенности, что ли, наверное. Но, ну, какой нормальный человек в будний день попрется, поедет, да, вот вообще в лес, в глушь за 100 с лишним километров от города. Ну, многие не понимают, но мы едем, и мы хотим, и мы таким образом отдыхаем и получаем удовольствие. Между прочим, красивые снимки – это часто не основная цель поездки. Что объединяет? Ну, в первую очередь, наверное, любовь к всему чему-то такому неизведанному, к природе, к своему краю, в котором мы живем. Это, наверное, основные какие-то такие моменты. Вряд ли наши съемки, как и самые шедевральные снимки участников клуба, в состоянии передать волшебство, которым веет от покрытого туманом озера с покачивающимися на глади звездами и сверкающего через ветки сосен неба. Только ощутив это в реальности, становится понятно, что движет этими людьми, которые среди рабочей недели отправляются за ночными и рассветными приключениями. Напомним, в фотоклубе «У Истока» всегда рады новым единомышленникам. Рязанская земля славится немалым количеством известных писателей, поэтов, воспевающих красоты родной земли и навсегда вошедших
вошедших в историю русской и мировой культуры. Вдохновляла и вдохновляет наша родина и знаменитых художников. В начале века загорелась звезда модерниста Филиппа Малявина. И так вышло, что расцвет его творчества пришелся именно на период проживания в Рязани. В скором времени наша телекомпания будет транслировать документальный фильм о великом мастере. Имя художника-модерниста Филиппа Малявина уже среди его современников вызывало либо восхищение, либо возмущение. Самые яркие работы, портреты крестьянок, были написаны им именно в рязанский период творчества. Их так и называют – «Малявинские бабы и девки». Редкие для кисти Малявина портреты мужчин можно по сей день увидеть в стенах Рязанского художественного музея. На его полотнах сверкала буйным сполохом красок могучая, обильная и загадочная Русь. Восторг и печаль, радость и жуткие предчувствия ощущала душа художника на пороге грозного 20 века. Он, словно предугадывая трагические судьбы и свою, и родины, торопился выплеснуть на холсты буйные яростные цвета своих доселе невиданных образов – русских баб-богатырш, то с загадочной улыбкой глядящих на зрителя, то несущихся в вихре стремительной пляски. Именно те работы, которые были созданы за 20-летие рязанской жизни, прославили русское искусство, прославили его имя. Сейчас вы можете видеть их в Третьяковской галерее, в Русском музее. Ну, в частности, картина «Вихрь», написанная в 1906 году, и которая сейчас находится в Третьяковской галерее, она воспринималась как символ русской революции, символ вот этого русского бунта. Малявин начинал с иконописи, но в результате стал приверженцем модернизма. Художнику импонировала радостная, эмоциональная живопись, тяготение к национальным формам творчества, нашедшим отражение в сюжетной проблематике картин, запечатлевающих черты народного колорита и самобытности. И самым ярким периодом творчества художника стал рязанский период. Благодаря его стараниям в Рязани открылась картинная галерея и свободные художественные мастерские, где короткое время он сам преподавал. Он живет в небольшом домике на углу нынешних улиц Горького и Свободы. Продолжает писать и в 1919 году устраивает свою единственную и первую большую персональную выставку в России именно в нашем городе, в Рязани. Его выставку посетило очень много рязанских жителей. Были как восторженные, так и негодующие отзывы о творчестве художника, потому что его искусство действительно не всегда принималось сразу. О его творчестве очень точно писал Грабарь. Его мужики и бабы не просто портреты и этюды, и даже не характеры только, и не типы, а целый мир совсем особенный, никем до того не замеченный, им одним высмотренный. Он воплотил их в странных образах, сотканных из элементов до жуткости реальных, почти осязательных и в то же время фантастических, превращающих девок и баб в каких-то загадочных, сверкающих необыкновенными красками фей. На этом у меня все. Завтра подведем итоги этой недели. А пока хорошего продолжения вечера и летнего настроения, несмотря на погоду.